картину написал наш преподаватель, мы у него занимались, он у нас вел живопись. Очень радует, что такие, правда, вот опытные люди, которые развиваются постоянно. Парк эпохи Возрождения, Старая Ладога, Золотой цвет осени. Десятки картин от преподавателей кафедры изобразительного искусства технического вуза. Университет уже 8-й раз организует подобные выставки. Но эта особенная посвящена 20-летию кафедры. Идея выставки кафедры, она сама по себе уже уникальна. Потому что кафедр в университетах много, а выставки такого рода проводят не все и далеко не часто. А это регулярная выставка, как отчет, как взгляд, как рефлексия на то, что же мы делаем в своей жизни. На самом деле, как-то они даже преподаватели раскрываются с другой стороны, потому что, ну, как бы, одно дело просто приходит, там, преподаватель, там, ну, исправляет, там, помогает, а тут, как бы, видишь, насколько, как, ну, кстати, мощный потенциал и, ну, техника искусства у преподавателей, что просто, ну, завораживает. Выставочный проект «Кафедра 8» будет проходить на 3 площадках – галерее «Универсум», в арт-галерее Щетининых и в выставочном зале Института архитектуры и дизайна Технического университета. Несмотря на то, что работы кардинально разные, у всех единая составляющая. По сюжетам, по техникам, по видам искусства – это все абсолютно разные произведения. Как вы видите, здесь и скульптура, и графика, и живопись, и декоративное искусство. Но это один коллектив. Полюбоваться творчеством можно до конца этого года, вплоть до 31 декабря. Причем выставка привлечет внимание не только студентов, будущих художников, но и тех, кто с кистями и красками на «вы». Прогуляться вдоль красивых пейзажей однозначно будет интересно каждому. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.